Мир вспоминает жертв Холокоста. 67 лет назад советские войска освободили узников фашистского лагеря Освенцим, в котором содержались жертвы гитлеровского режима, главным образом евреи. В пятницу в торжественной церемонии в мемориальном музее близ польского города Освенцим приняли участие бывшие пленники лагеря, политики, а также христианские и иудейские священники. В Берлине депутаты Бундестага приветствовали стоя 91-летнего литературного критика Марселя Райха-Раницкого. Его родители погибли в газовой камере другого фашистского лагеря Треблинка, а сам он чудом выжил после ликвидации Варшавского гетто. «Перемещение обитателей гетто имело лишь одну цель – их смерть», – напомнил депутатам публицист. На торжественное заседание Бундестага приехали немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Германии Кристиан Вульф. По свидетельству коменданта Освенцима, воспоминания которого недавно были опубликованы, в лагере содержалось более 4 миллионов узников. Из них 2,5 миллиона были сожжены в газовых камерах, 500 тысяч умерли от болезней. Советские войска, освобождавшие польскую Силезию, обнаружили концлагерь, в котором уцелели лишь 2819 человек.